Привет, это канал IT User Help. В этом коротком видео я хочу рассказать о том, как в операционной системе Windows 10, 8, 7 запретить устанавливать приложения и программы другим пользователям. То есть сделать так, чтобы на конкретном данном компьютере программы могли устанавливать только вы. Итак, приступим. Для этого нам нужно зайти в редактор реестра, в поиске английскими символами вводим regedit, и у нас выдало в результатах приложение редактор реестр. Нажимаем правой кнопкой мыши, запуск от администратора, запустили. И перед тем, как вносить какие-либо изменения в редактор реестра, нам нужно сделать резервную копию настроек редактора реестра. Для этого заходим в файл, выбираем экспорт, даем имя файлу какое-нибудь произвольное, например, сегодняшнюю дату 08.08.2020 и какие-нибудь символы. Далее выбираем место, куда сохранить, нажимаем сохранить. И наш файл сохранится, будет выглядеть вот таким образом. Этот файл нужно переместить куда-нибудь на внешний носитель и иметь в целости и сохранности. Если вдруг когда-то нам потребуется восстановить настройки редактора, настройки реестра, мы через пункт «Файл», «Импорт», теперь уже не «Экспорт», а выбираем «Импорт», нажимаем и ищем наш файл. Выбираем, нажимаем «Открыть», и сохраненная копия загрузится в редактор реестра. Итак, после того, как сделали резервную копию реестра, приступаем к изменению настроек. Для этого нам нужно перейти в HK Local Machine. Раскрываем эту папку. Далее папка Software. Раскрываем эту папку. Далее Classes. Папка Classes. Раскрываем ее. Можно сделать немного пошире. Здесь очень много папок, поэтому запаститесь терпением. Нам нужно найти папку mci.package. mci.package. Есть. Раскрываем эту папку. Клацаем по default icon. И здесь у нас будет один файл, называется по умолчанию. Два раза левой кнопкой мыши заходим в него. И здесь нам нужно изменить только один параметр. 0 нужно заменить на единицу. Тем самым мы выключим диспетчер установок. И никакое программное обеспечение не сможет быть установлено. А когда мы захотим вновь что-либо поставить, нам нужно зайти в этот же пункт и заменить значение на 0. Ну а чтобы другие пользователи не могли устанавливать, потом снова выворачиваем в значение единицу. Нажимаем ОК, и наше действие вступит в силу. После этого закрываем редактор реестра, и можно для уверенности перезагрузить компьютер. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.